Ой. Пойди. Дай пирог, сейчас пошел. Еле тут. Добрый день. Добрый вечер, я диспетчер, да? Не успела показать камин там красивый, остановили уже. Пришли перекусить. А ты с микрофоном уже? В зимний холод, да. Я наш пострел везде поспел. Че, сейчас шашлык будем возъедать. Сашей, Денисом, будущим зятем и состоявшейся дочерью. Ибо есть уже охота. Привет, YouTube, пора покушать. Ходили, замерзли, есть захотели. Сашу встретили с Денисом. Сейчас наберем шашлыков и возъедим. Я баранину взял. Взяли баранину? Да. Максу баранину. Ну, а вы что там набрали? Говядина, свинина, наверное? Я говядина, говядина. Короче, мы прошли, пролетели мимо, тут зашли, нам сказали, что тут сидеть ждать надо, пока приготовят. Мы полетели дальше. Не найдя ничего потребного, вернулись обратно. Шашлычок. Я сначала думал шашлычок, шашлычок. Шашлычок, короче, называется организация. Ну, принесут, попробуем, что нам. Шашлык мы 1000 лет с тобой не ели уже. И мясо вообще охота, и баранина охота. Всего охота. Картины красивые. Почти картина. А может настоящая или экспозиция? Терминал. Денис, Александра. Что ты себе взял? Баранину тоже? Нет. Нет? А, курица. Ну, не знаю, шашлык из курицы я не считаю оригинальным. А вдруг не понравится? Баранина? Ну, или что-либо другое. Все от страхов. Денис взял из курицы шашлык почему-то, потому что боится разочароваться в другом месте. Надо было еще шампиньоны взять, я вообще люблю шампиньоны. Любишь? А, ну на гриле. Я закушу. Сейчас скоро будем есть. Как много всего. А остальные на диете, да? Нет. Остальным сейчас принесем. А. Все аппетитно. А вам мелочь нажали. Спасибо. Будем есть. Людям мясо, а нам вилки с ножами. Нет, не дай. Боишься. Все. Тебе вот что. О, это что? Шалопешки? Да. Что-то они как-то пахнут странно. Ну, давай попробуем халапешку. Всем такую полезную птицу. Невкусная. Ну, острая. Ну, так, как острая. Ну, немного. Ну, какой-то... Да. А, маслом это как будто старым пахнет. Понюхай. О, нам тоже покушать принесли. Кому? Мне. Что это? О, баранина. Баранина. А у тебя что? А, легкий баб у тебя? А, лепешек нам еще не дали. Ну что, чек вот смотри. На сумму 2000 примерно это все обошлось. Очень лайтово, я бы сказал. 2000 это... На четверых, блин, это вообще ни о чем. Тут соус какой-то нам положили. А нет, он не про кетчуп. А с кем-то этими приправами. А это что такое? Пирог какой-то. А, пирог, пирожок какой-то, короче. Ну, а я руками едят вообще мясо. Они какие-то вот. А жарят на костре здесь или на электричком? На, там прям огонь. Огонечек. А это что такое? Что это? А, это, ребятки,
вот оно, на шампур намотано. Хачапури. Ну давайте попробуем. И... А, о, лепешки, лепешки. Спасибо. О, она реально горячая. Хрустящая. На костре из бараниной. Баранина. Хачапури? Хачапури. Ну, что-то одну лепешку принесли. Одну? Заказать две лепешки. А мне что-то соленый прям это баран. Ну, баран, баран. Ну, баран, баранина. Не знаю, зацепился он, нет. А, это руками? Я тоже мог руками туда взять. Все нормально? Ну, жирный из костей. Хачапури. Хачапури прикольный. Ну, это прям жир вон. Вот жир я не знаю, как я его есть не буду. В говядине, у свинине больше есть, что поесть, короче, чем в баранине. Невкусно? Заказал. Ну. Вот Денис правильно сделал. Так как он не знает, как он будет баран, я лучше, говорит, возьму по старинке, то, что я уже знаю. А я заказал кости, жир, короче, и прочие вещи. Кости. Ну, хоть с луком. А Любовь Геннадьевна взяла хачапури. Ой, как она? Люля-кебаб, да? Угу. Эй, я уже телефон взял в руки. Потом, Саш. Потом это работал. Это он без шампура такой? Да. Вот у меня что? Тут есть ничего, как понимаешь. И вон там. Не, я не буду больше это экспериментировать. Вкусный? Соусы. У меня вот такой. Тема. Ну вы нам скажите на вкус, как дымком пахнет там мясо, чё как. Как у Дениса дела? Вкусно. Хорошо все. У Сашки индейка, да? Да. А у тебя курица? Вот курица, индейка, все вкусно, даже слон доволен вон. Вон там в бутылочке стоит почему-то какая-то смесь воды и укропа. Не знаю, для каких целей она. Жирные руки все. Что это? Люля-кебаб. Любовь Геннадьевна поделилась люля-кебабом. Пахнет мясом, жир, дымком. Ммм, это вкусно. Соусом. Ты соусом ела? Сочная, жирная люля-кебаб. Не, классно. Это мы это кошкам, наверное, унесем. Давайте. Да. Отходы производства. Пока складывать вот так буду на салфетку. Ну, ладно, я пока выключаю, поедим. Ну да, мы поедим сейчас, ребятки, да попрощаемся, да и все. А что тут еще? Ну, вкусно, жирно, мясно, прикольно. Ну, сразу все принесли быстро. Напиток попробуем. Какой? Вот. Денисов? Нет. Нет? Ваш. Что это? Здоровье. Напиток здоровья, Любовь Геннадьевна говорит. Так он горячий даже. Мяту вижу, лимон вижу, ягодки какие-то вижу. Всем, кто употребляет только полезных напитков. Вода какая-то. Пивни. Не успел укусить. Из-под тяжка опять снимаешь уже? Снимаю уже. А вкусная такая штука. Я знаю, что брать. Как называется? Медовая. Десерты, братцы. Медовый торт. Назвала Любовь Геннадьевна. Я не думаю, что это торт. А, блин, еще раз ухота укусить. Такая тема. Прослойка какая-то необыкновенная. Саше не понравилось, потому что мед не любит. А я мед тут и не чувствую. Ну, пожалуй, хватит уже употреблять. Сожрано, съедено, как блин, это. Фома бровью смел все нафиг.
Всего 2000 на 4 человек, ребятки. Но я сделал выводы сегодня, серьезный такой. Опыт получил, правда, в какой раз уже. На этот раз я точно больше не буду нигде покупать из барайны ничего. Это шашлыки и прочее. Опять кости, жир нафиг. А у всех остальных, они любезно со мной поделились. Балбесом на, говорит, а то с голоду сдохнешь. Все остальное божественное просто. И из индейки, и из курицы. И самое интересное, что все радикально отличается по вкусовым качествам. То есть по-разному сделано мясо. Разные приправы, разные соусы. Соусы, кстати, божественные тоже. Лепешки, все на натуральном огне приготовлено. Не на сраном электрическом гриле там каком-то. Ну, наелись все, да, прям. Денис даже вон еще и с собой еще я заказал. Вообще, голодный человек, злой человек, так что, а мужик тем более. У мужика, блин, путь через это, как-то, ну, ты знаешь, сердцу через желудок лежит, поэтому Сашке на заметку каждый день шашлыками кормить. Потом только через года два ты долго путь этот будешь находить сквозь сладкое, складкой всего этого дела. Ну, можно. Шашлычок называется. Шашлыч-ок. О-ок, типа, ну, понятно. Че, не понял, что это? Ну, а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя и с близкой, здоровья, всем пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.